Здравствуйте, сегодня я вам хотел бы рассказать о станке для доводки ножей, для полировки каких-либо других металлических поверхностей, небольших в принципе. Вот. Станок состоит у меня из двигателя марки, получается, AVE-052-4MU3, да? Вот. Схема подключения двигателя расположена непосредственно на корпусе двигателя. Так сдалека не видно, но я ее перерисовал. Соответственно, необходима емкость 4,5 микрофарада, да? И получается, питание мы подводим в двух точках, в C1 и в четвертой точке, это общее. А двигатель подключаем к данным двум точкам. Или получается к C2B2 подключаем, в принципе, или к C2B2. Проэкспериментировав, я существенной разницы не обнаружил. Вот. Ну, я все-таки подключил к этим двум точкам C2B2. Так, что нам понадобится? Емкость 4,5 микрофарада, да? Я вам подсвечу ее сейчас. Как вы видите, здесь три конденсатора установлены, потому что 4,5 микрофарада нет такой емкости. Я взял 3 по 1,5. Колодка для крепления. И, соответственно, вот выключатель, тумблер. Именно сегодня я его буду менять, так как он пришел не в годность. Я поставил выключатель на 3 ампера китайский, да? Но, к сожалению, после нескольких пусков он у меня не выдержал и перестал отключать двигатель. Я нашел в гараже вот такой вот советский выключатель. Я думаю, он мне больше, дольше прослужит. И, соответственно, для полировочки я взял полировочный круг. Так понимаю, в автомобиле полируют, да, при покраске. Ну, как вы видите, здесь уже пастогой нанесена. Я занимался полировкой уже резаков для резьбы по дереву. Ну, в принципе, все. Сейчас я заменю выключатель и покажу, как данный двигатель у меня работает. Итак, друзья, я заменил выключатель. Поставил непосредственно советский выключатель. Китайский выбросил. И сейчас я вам продемонстрирую, как данный станок работает. Так, возьмем обычный пастогой, купил его в магазине ради деталей. Как вы видите, я уже ранее наносил его. Ну, еще раз нанесем. Так. И вот у меня есть резачок для резьбы по дереву. Специально его сделал, чтобы дерево резать. Дерево. То есть мы видим, наверное, видно на камеру, не видно, как уже заполирован цвет играет. Данный резачок, если, конечно, еще пополировать, я думаю, в нем можно будет видеть отражение свое, да? Итак, что хотелось сказать. Данный станок можно в дальнейшем использовать и для совершенно других целей. Если установить камень, да, мы можем затачивать ножи, доводить. В дальнейшем хотелось бы еще довести до ума станину. Напильничком заподлицо сделать эти два болта, чтобы станинка не играла, как мы видим. Ну все, всем спасибо за просмотр. Удачных начинаний. Всего доброго. До новых встреч. Пока.